Історія Гомельської обласної філармонії почалася у 1967 році. З перших днів артисти розгорнули широку гастрольну діяльність, знайомили жихару в області з ліпшими творами сусвітньої музичної спадщини. Поступово філармонія стала головною концертною організацією Гомеля. У різні роки у її працювали віртуозний акордеоніст Валерій Култун, сусвітньо відомий джазмен Едді Рознер, а так само Олександр Градський і Олександр Буйнов. У Гомелі починав роботу легендарний ансамбль «Сябри» на чолі з Анатолієм Ярмоленком. Об головних подіях з життя установи у день святкування 50-годі розповіла вистава у громадсько-культурному центрі. Як музикальний і взагалі такий творчий коллектив, это обязательно, он не стоит на месте, он развивается. Это большое развитие. Я пожелаю только одного, чтобы то, что мы накопили, чтобы оно не растратилось, чтобы оно развивалось еще в более прекрасных формах, в современных формах. Это очень важно. Сегодня у составе Гомельской областной филармонии 13 коллективов. Многие из них ведомы не только в Беларуси, але и далеко за ее межами. И в этот вечер у першиню за 50 годов яны все собрались разом на одной сцене. На юбилейном концерте артисты выконали лепшие творы айчинных и замежных композиторов у сучасной опрацовцы. Филармония – это всегда большой-пребольшой коллектив. Коллектив единомышленников, которые обязаны каждый день, несмотря на свое здоровье, несмотря на какие-то возможные проблемы домашние, все равно дарить людям радость. И вот мне кажется, что все-таки в Гомеле любят сюда ходить люди, и они получают удовольствие от концертов, которые здесь проходят. Каля 20 артистов у гэты дзень атрымалі высокія ўзнагароды грамады абласнога і рэспубліканскага ўзроўню. Падзяку калектыву за прафесійную добрасумленную працу накіраваў прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. А гомельскі аблавыканкам для зручнасці гастрольнай дзейнасці да дня нараджэння падарыў філармоніі аўтамабіль. Я гаржусь калектывам Гомельской областной филармонии, в котором мне довелось работать. Действительно, это коллектив, который является визитной карточкой Гомельской области не только в Республике Беларусь, но и за пределами. И я желаю замечательному коллективу Гомельской областной филармонии новых творческих программ, новых успехов, аншлаговых концертов, ну и, естественно, благодарного зрителя. 5 годов тому при филармонии был створен продюсерский центр «Артбиз». Он стал пляцовкой для начинающих артистов разных жанров. В углу сегодня Гомельская областная филармония – это сучасная установа, как у творчим, так и у техничным планах. Она володает уластной гукозаписывальной студией и обсталеванными репетицийными залами, подтримливая лепшее, что створило человечество в музыке, и примножая это богатство каждый день. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».